Решим задачу. Высота параллелограмма, проведена из вершины тупого угла, делит сторону в отношении 1 к 5. В каком соотношении эта высота делит диагональ параллелограмма? Высота делит сторону параллелограмма АД на отрезки АH и HD, которые относятся как 1 к 5. АH относится к HD как 1 к 5. Пусть К коэффициент пропорциональности. Тогда АH будет равно К сантиметров, HD будет равно 5К сантиметров. Тогда сторона АД, сторона параллелограмма, будет равна К плюс 5К, будет равно 6К. Поскольку у параллелограмма противолежащие стороны равны, значит сторона АД будет равна стороне BC. Тогда сторона BC будет тоже 6К сантиметров, как стороны параллелограмма. А теперь рассмотрим треугольники BOC и HOA. В этих треугольниках есть прямые углы. Угол B и угол H 90 градусов. Угол B равен углу H и равны 90 градусов, так как BH высота параллелограмма. Угол AOH равен углу BOC как вертикальный. Значит, эти треугольники будут подобны по острому углу, так как они прямоугольные. Значит, треугольник BOC подобен треугольнику HOA по острому углу. А поскольку треугольники подобны, то у них стороны пропорциональны. Составим пропорцию. Тогда BC относится к AH, как OC относится к AO. BC 6К. AH К. Можно сократить на К, получается 6 к 1. Значит, ОС относится к АО как 6 к 1. Ответ. Ну, поскольку ОС относится к АО как 6 к 1, значит, АО относится к ОС как 1 к 6. Мы нашли отношение АО к ОС. Задача решена.